Здравствуйте. Здравствуйте. По какому поводу собрались? Узнав, что во дворе их дома с обходом появился мэр Казани, многие жители поспешили во двор. Благодарили и за детскую площадку, которая возникла на месте пустыря, и за новые клумбы под окном, и за качество капитального ремонта. Раньше хрущевки какое-то почти ругательное слово было, да? Да. А сейчас приятные. Сейчас глаза не веришь. Глаза радуют. На самом деле, вот глаза боятся, руки делают. Конфетки сделали. Ну да, молодцы. Впрочем, без критики не обошлось. Нашлись и такие, кто, несмотря на явные результаты проделанной работы, был недоволен. Вы же говорите, что ничего не будет сделано, потому что типа мы только говорим и ничего не делаем. Это мое предположение. Ваше предположение? Да. Малая родина моя, Черноземье, Воронеж, там все. Значит, много городов в Черноземье я объездил. Сейчас я 9 лет живу здесь. Я вам скажу, что ни в одном регионе вы вот такого не увидите. Вот вам лично говорю. Вы нигде не увидите ни в одном регионе того, что происходит у нас здесь. Значит, по качеству ремонта хочу сказать. Отдельная благодарность вот управляющей компании. Да. Расковыряли даже швы между плитами. Между тем, обрадованные возможностью прямого диалога с городскими властями, жители просят у мэра каток для ребятни, благо за углом заброшенная хоккейная коробка. Сейчас начали программу, уже третий город делаем. Спортивные площадки по месту жительства. Футбольная площадка, турники, баскетбольная. 72 хоккейные площадки по городу для детей построили. Здесь еще поставлены видеокамеры во дворе. Вот мы сейчас можем себя наблюдать. То есть родители могут выпустить детей и смотреть. Помимо площадки, на мусорную площадку у нас на въезде во дворах стоят. Дополнение к камерам видеонаблюдения. Во дворе оборудована площадка для мусорных контейнеров, а крыльцо подъездов покрыто экспериментальным противоскользящим и грязезащитным покрытием, эффект от которого жители дома ощутят уже этой зимой. Если новинка приживет, подобное покрытие появится и в других казанских домах. Мы будем стараться, чтобы вокруг вас, во дворе, на улице, в школе, в детсадах, в больницах, в которые не надо ходить только для поддержания здоровья, чтобы не болел никто вы. Все было в Казани лучше, но на все нужны время, деньги и желание. Желание у нас есть, время Аллаха шкер тоже есть, вот денег еще чуть-чуть побольше. Сергей Шерстнев, телеканал «Эфир».